Приветствую, друзья, на канале CrossOutLars. Сегодня видео у нас будет небольшой гайд, как собрать тапок. Почему решил снять? Потому что в последнем обновлении нам поменяли перки движкам и добавили новые модули перезарядки. Раньше можно было поставить исполин, радоваться жизни, перезарядка на 20%, у него был перк быстрее. Сейчас исполин, мне кажется, не так уж полезен для тапков. Ему поменяли перк на прочность ходовых. То есть, мне кажется, сюда лучше поставить сейчас маховик. Ускоряет перезарядку на 20%. И поставить тот же гонитель. Потому что гонитель, он увеличивает скорость орудий. То есть, поворачиваются они быстрее. Ну, также можно поставить гарпию. Но у меня не было гарпии, я поставил джанаби. Ну, кстати, джанаби тоже неплохо. Машина ездит быстро и дрифтит она с перком. То есть, все ништяк. Ну, давайте посмотрим, как же такой крафт собрать. Итак, мы поехали в бой на моем тапочке. По идее, здесь у меня стоит полный фарш. И это модуль перезарядки, который ускоряет перезарядку на 20%. И гонитель, который ускоряет поворот орудий. То есть, полный фарш должен получиться. Так, посмотрим, на что он способен. Вот мне прям нравится с гонителем ездить. Сейчас исполин как-то вообще для тапков не подходит, мне кажется. А вот гонитель прям вообще классно на нем. Пушки так быстро поворачиваются. Ништяк, завалили. Ой, как лаги-то вовремя у нас прям, конечно. Как я снимать видео или стрим, так сразу начинается. Ну, классика жанра, закон подлости называется. Так, сейчас отлагаться должно. Так, мы уже одного завалили, нормально. Я боялся то, что машина будет подскакивать на гонителе, но все-таки машина едет нормально. К удивлению, чуть-чуть она, конечно, на кочках подпрыгивает, но не так критично, то есть нормально машина едет. Так, кабан развалился, давай добиваем. Дыдыщ, минус кабан. Ракеты в меня летят какие-то. Откуда только? А, вот, понятно. Так, потерял два колеса, нормально, едем. Все равно едем. Сюда, конечно, можно гарпию было воткнуть, но у меня гарпии нету. Но джанви, кстати, тут хорошо тоже играется. В дрифте у нас на 20% урон еще увеличивается, то есть нормально. Можно и джанви поставить сюда.
Так, есть победа, ништяк. Мне понравилось на нем ездить. Наши очки забой. Вот такой у меня получился тапок. Не судите строго, если что-то сделал не так, потому что только учусь строить крафты сам. Ну вот что-то такое у меня получилось. На этом, думаю, все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!